сейчас слово предоставляется директору нашей гимназии и депутату Совета депутатов Орехово-Зуевского округа Воробьеву Ивану Юрьевичу. Уважаемые гимназисты, наши первоклассники, наши выпускники, уважаемые родители, вот и наступил первый сентябрьский денек, который знаменуется большим праздником, Днем знаний. Я хочу поздравить вас от всего педагогического коллектива, от всей администрации с этим праздником. Первоклассникам пожелать всегда с желанием учиться и учиться только на 5. Выпускники, как и было сказано, это последний 1 сентября в школе. Я хочу пожелать, чтобы этот год тоже запомнился вам навсегда. И чтобы вы нашли себя, нашли свое будущее. Уважаемые родители, я вас тоже от всей души поздравляю. Не переживайте. В стенах этих гимназий работает замечательный педагогический коллектив. Он сделает все, чтобы передать все свои знания вашим детям. С праздником! И еще хотел бы прочитать поздравительный адрес. Вставай пока сюда. Вставай. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, примите самые теплые поздравления с Днем Знаний и началом нового учебного года. 1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учит и учится. Для педагогов это начало нового этапа в работе, радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками. Для ребят это большой труд, общение с друзьями, время успехов и открытий. Но по-особенно трепетно этот праздник сегодня для наших первоклассников и выпускников. Давняя мудрость. Век учись, но век живи, век учись. Сегодня актуально как никогда. Образование становится основой для успешной карьеры и благополучной жизни. Стремительно растущий уровень технологий, развитие наукоемких отраслей, инновационные подходы – все это требует непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных навыков. Желаю педагогам и родителям мудрости и терпения. Пусть первый сентябрьский день станет для ребят, которые впервые переступали на школьный порог, добрым стартом в мир знаний, а для всех остальных школьников – еще одной ступени лестницы, ведущей к успеху. С Днем Знаний! Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Олегович Панин.